как-нибудь не лопнуть от смеха. Ну вот теперь, когда мы знакомы с правилами техники смеха безопасности, мы готовы начать. И, конечно же, под бурные овации зрительного зала мы начинаем! Thank you.
или трюк, который прямо сейчас на ваших глазах пытается исполнить артистка, называется «Восхождение по наклонному канату». Этот трюк считается одним из самых сложных и опасных в цирке. Мало кто готов его исполнять. Но сегодня мы приготовили для вас два сюрприза. Первое. Впервые в жизни этот трюк выполнит девушка. Давайте поаплодируем ей! Но эта смелая девушка решила усложнить этот трюк. И этот трюк она выполнит без обуви. Давайте поаплодируем ей бурными аплодисментами! Итак, внимание!
We'll be right back.